Друзья, всем привет! Сегодня я хотел бы похвастаться своим новым приобретением. Это тест Ханна 772. Поставляется он у нас вот такой в коробочке. Собственно, ну как и все Ханны. Данный тест у нас для определения карбонатной жесткости морской воды. Предел измерений данного теста от 0 до 20. Ну и, собственно, комплектация. Поставляется тест с двумя кюветами, с крышечками. Так, начальный набор реагента. Согласно инструкции, данного тюбика хватит на 25 мл. Так, потом шприц с наконечником. Батарейка, вот она у нас спрятана. Ну, стандартная комплектация. Спасибо за внимание. То есть, ну, здесь я также хочу запилить видео сравнение теста Салиферт и вот этого теста Ханна 772. Интересно мне, насколько будет разница в их показаниях.